Здравствуйте, дорогие друзья. Автомобиль Jack G5. Потемнение хромовой поверхности. Методика очистки. Попробуем обычной лимонной кислотой. Вот так вот выглядит. Сейчас попробуем. Попробуем добавить еще зубной пасты. Это работает лимонная кислота. Как видим, эффект положительный. Ну, добавим зубной пасты. Ну вот, дорогие друзья, результат очистки после зимнего налета. Это у нас хром на пластике. Вот так вот работает зубная паста в паре с лимонной кислотой.